Всем здравствуйте, дорогие зрители. Мой любимый мастер Оксана. Привет. Оксана. Я не узнала. Что Оксана нет по прическе. Обычно с хвостиком. Сегодня с красивой прической. Так, у меня плановая покраска корней. Мы не закрашиваем седину. Мы убираем темные корни. Натуральные, крашеные в темный цвет. Убираем. Натуральная блондинка с корнями, крашенными в темный цвет. Вот сейчас решили убрать темный цвет. Вот идет, ты знаешь, немножко опоздала. Еще у меня с утра работа. Я хочу быть светлее. Давайте ваш номер. Рабочий день. Да. 592. Да. Она всегда воплощает мои желания в реальность. Один раз, помните, я с вами говорили, Леся, не надо этого делать. Мне надо, мне подружки посоветовала. Подружка посоветовала. Ну, подружки всегда умеют советовать. Да. Леся сделала балаяж. Она мне когда звонится, я вас наберу. Скажу время. Тогда. Лечила волосы. Леона. Не надо экспериментов. Блондинка лучше. Правда, Леон? Да. Я брови подстригла себе сама. Три дня назад ножницы купила. Мне гримеры вчера гримировали на спектакль и говорит, нужно, брови да? Постригла Леся. А видно, да? Торчали. Просто до того торчали. Значит, видно. Я ж помню, ты говорила, кто лез. Брови. Да, и стричь же нельзя. Так нельзя. Они у меня торчат вот вверх. Вот так. Да, только там парочку, конечно, вначале. Если у тебя будет время, сейчас посмотри, да, что я настригла. То я ножницы новые купила. Вот, бровиста, все посмотрите. Великолепно. И процесс покраски на всю длину. То есть я сбрехала, что тільки корінці. Оно ж лиха беда начала. Да. Красота страшная сила. Когда начнешь, нельзя остановиться. Нет предела совершенства. Если кто-то в комментариях мне написал вчера, говорю, ноги перекачала. А когда мы уже увидим упругие сиднички? Зрители видят, пишут, прекрасно мы на моей меш уже упруги. Пробовать дорого. Не дам. Я буду более блондинистая. По идее. Говорит, да. Говорит Оксана, что вчера приходила моя поклонница. Да, поклонница приходила. Любовь, да, с дочерью. И она рассказывала, как она все время ходила со своей дочкой. С детства на твои спектакли. Каждый спектакль помнит. Она вообще... Наверное, с дочкой, если на детские спектакли, да? Да, но девочка уже взрослая у нее сейчас. Но... Боже, как приятно. Да, все помнят спектакли твои. Рассказывали мне, как вчера вроде смотрели. Супер. А я и дальше играю эти спектакли, которые они поснимали. Ну да, они ходят, видишь. Да. Незаменимая Герда. Я Белоснежка, потом Золушка, да, Герда. Вспоминала вот за Белоснежку. Белоснежка, это же было, боже. Мама родная, лет 10 назад. Я тогда еще не была блогером. А зрители ходили. Одна мамочка присылала видео, что дочка дома включает Герду и танцует под мою песенку. Так приятно. Дорогие зрители, люблю вас. Как тут не радоваться. Такие моменты делают меня еще более счастливой. Пока я красилась, Леона красила глаза. Так, эти глаза напротив. Снизу такие зеленые, сверху синие. Закрой, закрой. Красивые стрелки. Я не умею наносить тени. Только наши гримеры это делают. Ну, давай я тебя научу. Ты приходи. Меня очень красиво накрасила на фотосессию года 3 назад. Надо повторить. Приходи, научим.
Если хочешь, допустим, даже под какой-то наряд, купила, допустим, тебе синее платье, купила синий карандаш, который не, скажем, можно красить слизистые, да? Не течет. Большой, да, минимализм косметики. Но вот эта вся красота в вас, она очень мне нравится, когда женщины или я подчеркиваю карандашом слизистую именно цвет глаз, допустим, зеленые глаза подчеркнуть зеленым, да, с зеленым карандашом, и очень прямо вот видный цвет глаз издалека. Все, красивый и ровный результат на лице. Нельзя говорить результат на лицо, это о другом. Приходите. Все, результат. Спасибо любимому мастеру Оксане Бойко. Любимый и неизменный. Куда бы ни переехала, я за ней. Молодец. Покажите меня сзади. Я стала более блондинистая. Как и мечтала. Покажу. Да. Угу. Угу. Спасибо. Благодарю любимых мастеров Леону и Оксану. Приходи к нам. Все в их ответственность. И кто писал, что я некрасивая, это все. Все, не все претензии к ним. Не верь. Не верю. Люблю. Красота спасет мир. Обязательно. Сережки есть. Сережки. Я не одела сережки. И говорят, сережки. Это украинскую мову. И на Західній Україні кажуть кульчики. То у мене такі кульчики. Будем теперь знать. Да. Это тут... гвоздики или... Тоже такие сережки обыкновенные. Леона, гвоздики – это цвяхи. Ну, цвяхи, а сережка кушаного, да? Наверное, есть какой-то другой синоним. Ні-ні, це немає значення які. Сережки – то є кульчики в Західній Україні. Понятно. Сідає, угу. Коли я буду навіть сивою, і життя моє піде м'якою, для когось я буду красивою, для когось може ніякою, але я буду красивою. І що я не буду красити волосся, волосся не буду красити, щоб були такі сіди, як у вас, як у мами Ілона Маск. Ах ти, Боже мій, Лесь. Мей Леся, Маск. Лесь, ну ти хоч мене, Леся, ти мене хоч так поставь немножко, от хоч ми так були в одному параметрі, я тут отак стою. Я понимаю, что я в два раза больше, чем ты, да. Но не в два, но все-таки хотя бы в полтора. Впереди. Я там достанусь впереди. Тогда будет лучше, да. Да, вот так будет лучше. У Алины Ивановны я училась красиво ходить. Вот я могу, когда надо, я когда на каблуках, я так красиво там ей вожу. Алина Ивановна, когда идет по городу, все оборачиваются. Не только мужчины, но и женщины. Лизя, Лиська становится необыкновенно добрая, когда она попоет хорошо. Да, Алина Ивановна, я на нее не выступаю. Алина Ивановна на меня не орю. Я не ору на даже не то, не то самое, когда Алина Ивановна не показывает, как надо. Да, да, когда я не пою, вот особенно на них действует, на вокалистов действует совершенно.
необыкновенным образом, если я начинаю петь. То есть они готовы просто, ну, сделать все, что угодно, даже петь хорошо. Чтобы не слушать этот звук. Да, только бы я заткнулась, только бы заткнулась. То есть это действует вообще очень-очень важно. Все хотят петь, Галина, все. Лучше, чем я, это не сложно.